Короче, по поводу двоечек, Сань, скажи пару слов туда-сюда. Санек перни, у тебя эмоция прикольная, когда ты пытаешься шептануть и так далее. То есть я все такие вещи, ребята, делаю по настроению и по велению эмоций. Я их не делаю, блядь, как клоун, знаете, в цирке. Ребят, все эмоции, которые где-то на стриме там, какие-то там, да, неважно, там, положительные, отрицательные, какие-то еще, они именно на стриме, они такие, какие есть. Они в моменте, они в секунду. Они вот в этой конкретной эмоции здесь и сейчас. Я не сторонник того, чтобы там выдавать какие-то такие темки без эмоционального какого-то посыла, да? Иначе это выглядит как-то по-еблански, на мой взгляд. В этом и фишка эмоций, что они искренние, что они в моменте, что это вот раз, Сильвер встал, стул распиздил. А здесь он сидит, у него хорошая катка, ему такие... 800 рублей, Сильвер, вставай, я видел, ты стул хуяришь. И он такой, да, и начал. Ну это, блядь, это пиздец, дядь. Ну камон, мэн. Волк, понимаете, волк, он хоть и слабее льва, но, блядь, в цирке не выступает, понимаешь? Это надо в моменте. Так, надеюсь, я никого там не разбудил, блядь. Ладно, все, фулл фокус. Фулл фокус. Блядь, собаки на улице обосрались. Все, let's go. Я извини, я Сильвера показывал. Я больше не буду. Блять, сучара. Ладно, сюда. Так.